писатель Пол Шелдон попадает в жуткую аварию. На помощь ему приходит поклонница Энник Уилкс. Однако такое спасение оказывается пленом для писателя. В центре спектакля трагическая история двух людей без времени и пространства. На сцене игра двух актеров. В главных ролях народные артисты России Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский. Спектакль «Мизери» поставлен по одноименному роману Стивена Кинга. Он состоится 25 ноября в 19:30 в ДК имени Ленина. Билеты еще есть, однако вход строго с 16 лет.